давай, работай. Ты расскажи. Что рассказать? Что ты кривляешься? Как я тесто мешаю. Ну, не знаю, это не называется мешанием. Быстрее и очень медленно. Давай, давай, давай. Чем лучше будешь мешать, тем вкуснее будут сырники. Давай, давай. Я прям буду драться с тестом. По-моему, она тебя побеждает, Макс. Я тесто побеждаю. Ты тесто побеждаешь. Вот тут вот не перемешано, видишь? Халтура. Ну, халтура. Халтура. Халтура, халтура. Нет. Не смей забирать. Мама, смотри, не смей забирать платье. Ты сейчас шлепнешься сама в этот тазик. Я буду с тестом. Ты пока сырник не перемешаешь, спать не пойдешь. Смей забирать! Давай я хотя бы тогда поверну, ладно? А то ты жмешь в одном месте это бедное тесто. Не смей забирать! Вот тазик не сломай. Да, силёнок-то у тебя маловат. Не маловат, смотри. Ух. Смотри. Ты тазик не сломай. Годзилла. Годзилла. Всё, дайте передохну. С тестом. Она меня не победит, и я большая. Она меня не победит. Давай мы сделаем Машку в тесте. А давай. Да? Давай. Ложись, я сейчас на полу раскатаю. Ты ляжешь, и мы тебя как сосиску завернем. Давай. Давай. Все, устала мешать. Все, кусочки все обратно, да. Сними с рук и иди руки мой. Поможешь? Поставь камеру и поможешь. Маша завтракает быстрее меня. Я не успеваю так быстро все схомячить. Она сейчас позавтракала, сейчас моет руки и бежит к Жене. Если она бежит к Жене, это значит, что мне нужно быстрее-быстрее вытаскивать опять пылесос из бассейна, ставить лестницу, потому что они придут купаться. Видимо, позавтракаю я после. Что? Уже ничего. Так, сейчас достанем пылесос, поставим лестницу. Пусть ребята купаются, а я в этот момент позавтракаю как раз. Водоплавающие. Вы скоро перепонки отрастите между пальцами. Два, раз, два. Или. Ой. Я водоплавный. Маш. А ты со ступеньки вот так вот ныряешь, ты попробуй нырнуть под воду, головой под воду. Вот так же, как ты делаешь по воде, да? Только попробуй чуть поглубже голову уводить. Что, ноги вверх? И будешь рыбкой? Нет, ноги вверх не надо совсем. Просто голову поглубже. И все. Ты стоишь, Маша? Ой, мама. Маша, да, стоит. Я тоже Маша везде стоит, где-то по плечи ей. Вот, ты вот сейчас вот так вот руки делаешь, когда попробуй головку поглубже уводить. Не прям по воде, а чуть поглубже. Чуть-чуть поглубже, поняла? Не вертикально. Давай. Да. Давай, попробуй. Оп, во. И сразу под воду. Ну как, и сразу под воду. Я плаваю под водой. Давай, вот так вот. Накупались цуцики. Один в батуте греется. Вторая в полотенце. Попрыгушка. Грейся, грейся, Маша. Тепло? Дюймовочка.
оттуда, Женя. На маленьких нельзя ругаться. Да, Женя, та еще провокаторша. Женя! Здравствуйте. Нельзя на маленьких ругаться. Надета, на собачьих. Где она, не вижу. Женечка, иди сюда. С ушами. Жека, иди сюда. Вон она, бежит. Провокаторша. Бежит. Вот она. Или поиграем вам с Женей в футбол. Хватит, не провоцируй, Сакара. Нельзя ругаться. Не провоцируй. Первая идет ругаться. Ага. Подбираешь. Марь, тебе... Так, Женя, кому сказала, ушла оттуда быстро? Что ж такое-то, а? Ты что, хулиганишь, а? Ну что, греешься? Съесть. Да. Съесть тебе. Вон туда бежит. Прыгун. Нагрелась. Сюда бежит. Евгения. Мама, теперь в бассейн. Теперь в бассейн? Ну ты что-то зачастила. Нет, хватит. Я пошутила. Евгения, провокаторша. Так, выйди отсюда. И он тут. Да, конечно, он тут ждет, и она подходит, начинает. Счастье, лягушка. Взять пытаемся и никак. Мама, я хочу ее с лосочком. Не надо, не надо, Маш. Пускай Женя поиграет. Мама, я тоже хочу ее поймать. Не надо, тебе она не нужна. Я просто ее поближе разглядеть. Вот смотри на нее поближе. Поймали лягушку? Женя вон ее пытается потащить куда-нибудь. Спрятать. Что такое? Мама, я хочу ее поймать.
Не надо, Маша, лягушек ловить. Это сачок для бабочек, не для лягушек. О, куда потащила-то? Женя! Отпусти лягушку. Женя, ну что ж ты делаешь-то? Вон, лягушка мертвой притворилась. Жень, ну нельзя лягушку есть. Женя, нельзя лягушку есть. Сказано нельзя, значит нельзя. Сказала нельзя. Переверни, товарищи, лягушку. Евгеша, что ж такое-то, ну? Нельзя лягушенцу есть. Нельзя есть лягушку. А вдруг у нее есть дети? Вот именно. Вдруг это папа или мама? Прости, Женя, наигралась? Все, дай я лягушку от тебя уберу. Хватит, сказала. Мама, можно посмотреть? Так, Масяня, лягушка. На, смотри лягушку. Тогда можно ее в сачок? Нет, нельзя в сачок, у нее дети есть. Жень, не дам. Да я ее не понимаю, я просто ее в сачке разгляну. Вот, разглядывай. Все? Доставай, Жень, давай. Жень, сказала не дам, значит не дам, все. Сейчас мы ее в тень отнесем. Пускай бежит. Так, кыш отсюда. Кыш отсюда, сказала. Вот, мы ее сейчас в тень положим, где Женя ее трогать не будет. Во, все. Нужно посмотреть. Мертвой прикинулась. О, никакая она не мертвая. Так, кому сказала кыш отсюда? Все, пускай идет. Вот и все. Она сейчас домой пойдет. У нее, может, дети. Так, Евгения, сказала кыш отсюда. Значит, кыш. Все, уйди отсюда нафиг. Не дам лягушку. Давай, давай, кыш отсюда, сказала. Деловая колбаса. Деловая. Цепилева. Цепилева. Давай, пойдем, я тебя выпущу. Сейчас, Машунь. Да. Папа уезжает на вторую дачу, а то он там не был с июня месяца. Там, наверное, все уже травой поросло. Не наверное, а поросло. Сейчас мы его выпустим, а то наша машина первая стоит. Ку-ку. Ох, мота. Опа. Ой, жарище какая в машине. Тепло тебе, Тепло, да. Не то слово, тепло. Так. Чмоки-чмоки. Давай, аккуратненько. И напиши, да, или позвони. Напишу или позвоню. Ну что, получится, там интернет нет. Ну, тогда на МТС. Можно на МТС отправить смс-ку. Я его сейчас заберу. Главное, не забудь. И аккуратненько. И кондиционер включи. Пока. Все, поехал. Забрал косилку, две косилки. Одну с диском, чтобы за участком покосить. Вторую такую нашу каталку. Каталку, коляску, как ее называют, на четырех колесах, которую я кошу, чтобы участок покосить. Вот. Все, загоняем машину назад. И все.
очень жарко. Пойду-ка я, пожалуй, купаться. Как раз я люблю купаться в жару, а не когда холодно. Ну что, Масёк? Дедушка уехал на вторую дачу, сейчас он там все покосит, травку покосит, а то там травку давно не косили, там весь участок, наверное, зарос. Поняла? Да. Вот, а потом приедет, он, наверное, в понедельник. Мама, он взял с собой косилку? Да, даже две. Две? Да, он взял с собой две косилки, как раз я успела покосить. И приедет он, наверное, в понедельник, я думаю, сюда. Что он будет косить в понедельник? Нет, он сейчас у нас что, пятница? Пятница, суббота, воскресенье, он там сделает все дела, заплатит задачу, покосит ее, посмотрит, что там еще нужно, и в понедельник он приедет к нам сюда опять. Так что мы с тобой на 3 дня одни, купаемся, отдыхаем, кушаем и так далее. Понятно? Угу. Вот, все, я пошла купаться, мне очень жарко. Мама, что? Я тоже хочу. Тоже хочешь? Не вопрос, залезаю, айпад выключи. Смотри, я чищу осиночку. От яблока, что ли? Ну да. Пойду переодеваться, давай. И я! И я. Тебе-то переодеваться не надо, а мне переодеваться надо. Пойдем купаться. Хорошо, хорошо, пойдешь со мной. Ух ты, самолет, самолет, самолет. Самолет. Мама! Смотри! Вот, смотри, Сичи. Ну, давай. Я могу так глубоко. Смотри. Давай. Раз, два. Молодец. Да. Молодец. Отлично. Хорошо получается. Да. И вот как я еще могу. Раз, два. Вот. Молодец, не брызгайся. Ну что? Ласка. Я уже даже не крашусь, в принципе, по утрам, потому что смысла а нет. Чё? Ну, а да, все, я уже мокрая, конечно. А тогда сухая. Тогда сухая не надо. Мама, баби, берегись. Да ты не допрыгнешь до меня, прыгай. Хорошо. Раз, два. Так. Люблю. Да. Так, сейчас мы маску помоем, я тоже буду с маской плавать. Да, раз, да. Я буду рыбочкой. Ты будешь рыбочкой? Да. Ты моя рыбочка. Раз, два. Так, сейчас я буду рыбочкой тоже. Да, а покажи мне рыбкой. Так это... Мама, да не такая глубина. Вот так. Какая глубина должна быть. Давай я на тебя посмотрю, как раз верну и посмотрю на тебя, давай. Давай, а потом так же сделаешь. Давай. Раз, два. Thank you.
просто так? Нет, так мне не нравится. Мне нравится, как рыбка вот так раз и наверх. Я тоже попробую рыбку и раз и наверх. Давай, я посмотрю. Ага. Да. Раз, два. Хорошего понемножку. Ой, хорошо. Сейчас пойду суп доваривать. О, звонок. Да-да-да, я слышу. Алло? Да, Дим, привет, да, удобно. Димка звонил, мы с ним связываемся просто дистанционно, в том плане, что ему нужно же и обои купить, и линолеум подобрать. Ну, в общем, линолеум уже подобрал, вот, поэтому он, когда едет в магазин какой-нибудь строительный, там какие-то материалы смотреть, там обои, линолеум, что-нибудь такое, то он всегда мне оттуда делает фотографии тех там линолеумов, обоев, отделки той, которая ему понравилась. Все. Что за шум? Сейчас, секунду. Что за шум? Нет, это не у нас. Вот, он делает фотографии той отделки, которая ему понравилась, потом присылает мне на суд, вот, и я уже из этих экземпляров выбираю то, что нравится мне, и, в общем, получается, то, на чем мы сходимся, это он и покупает в нужном количестве, которое скажет ему товарищ, который делает ремонт. Вот, и сегодня вот он меня просил, чтобы я в течение 2 часов была на связи на WhatsApp, потому что через 2 часа он поедет в магазин с обоями, он будет выбирать обои, пришлет мне несколько вариантов, которые ему понравятся, и я уже выберу окончательный. Вот так. Вот так вот у нас все удобно. Кто-то в комментариях, кстати, недавно спрашивал, почему у меня белые круги вокруг глаз. Потому что у меня вот так вот своеобразно загорает лицо. Я даже практически не ношу солнечные очки, то есть это даже не от солнечных очков. Просто у меня вот эта вот кожа, которая под глазами тоненькая, она практически вообще не пигментируется никак. Она не загорает, поэтому если... Нормально. Они уже ничего не боятся. Обнаглели совсем. В раз. Вот, поэтому если я вдруг загораю, ну а летом ты по-любому загораешь, на лицо солнце попадает, то вот все загорает, кроме вот этих вот кругов. Поэтому я получаюсь такая панда. Панда наоборот. Все, сейчас пойду суп готовить, маняшки, точнее доготавливать. У меня там бульон уже готов. Осталось только нарезать туда картошечку, сделать обжарку, морковку и лук. Ну и там по обстоятельствам, не знаю, либо вермишельку положу, либо рис положу, что-нибудь такое из крупы, наверное. А может пшено? Посмотрим. А я думала, ты прыгать будешь. Нет. Ну давай, хорошо. У нас вечернее купание. Теплая вода, теплая. Да вода, конечно, теплая. Вечером-то. Вечером теплая вода, да. Хорошая, давай. Нормально, нормально. Ох, ну что ж. Теплая водичка. Теплый? Я не брызгаю. Я тебя не брызгаю. Ледяно, холодно, холодно, ледяно. Холодно, ледяно? Да. Раз, два, три. Поплыла, поплыла, моя хорошая. Вот она, мой любимый. Будешь купаться, вода теплая? Не, Машуль, я не хочу уже купаться.
Умница. Да. Красотулька. Да, купайся. Давай. Ой, 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 ой. Что это было? Спасите, помогите, я тону. Водоплавающий. Все, у нас уже вечер. Да прыгай, прыгай рыбой. Я в довольно странном прикиде. В шлепанцах, в штанах, в теплых. Ну как теплых, они такие, баечка у них внизу. И вверх я купальника. Просто вот прям дача стайл. Все, ребят, у нас уже вечер. Глубокий, темнота. Поэтому сейчас буду обратно загружать пылесос в бассейн. Вот, я сегодня, когда купалась, почистила стенки бассейна губкой немножечко прошлась, потому что на подводных кадрах, кто заметил, там видно, что на стенках есть пятна небольшие. Это цветение. Цветение воды. Я в один прекрасный момент не уследила за хлоргенератором, что у меня там загрязнились пластины. Вот, ну и как следствие эффективность его понизилась в разы. Вот, и у меня стеночки подцвели немножко. Вот, дно не подцветает, потому что всю ночь там, каждую ночь ездит там пылесос. Туда просто не приклеишься, он же с такими типа ресничками у него на дне. Он все это дело каждый раз, каждую ночь он это дно чистит. Вот. А стенки никто не чистит, по стенкам никто не ездит. Поэтому сегодня я, когда купалась, с маской ныряла и там протирала стенки, смотрела, где грязно. Вот. Но благо у меня вот это вот все то, что на стенках есть, оно очень хорошо сходит обыкновенной губкой. Вот, то есть оно не намертво там приклеилось. Вот. И сейчас бассейн опять идеально чистый. Вот. Ну, такое бывает, да, нужно следить за хлоргенератором и не упускать таких моментов. Тогда не будут стенки цвести. Вот так. Все, сейчас поставлю все оборудование на место. Для ночи уже опять загружу его. И все, будем заканчивать. Будем готовиться к ужину, ко сну и все такое. Привидение играете? Да. Здрасте. Привидение играет. Да, тепло, тепло сейчас. Все, ребяток загнали по домам. Сейчас будут ужинать. Маша читать на ночь, обязательно на ночь читает. И после обеда читает. И спать. Так что до завтра. Всем до встречи. Всем пока. Don't even try.